Блять, он идет в мою сторону. Хуй, я так полагаю. Пошла жара! А! Можно было кратки. Найди соло. Ладно, погнали! Всем привет! Вы на канале Edu Play, и сегодня наконец-то. Спасибо, что приехала. Мы вернемся к кибербзденьку. Не забываем пошляпать мой лайк, написать свой комментарий минимум из 5 слов. Ну и погнали. Погнали. Ну рассказывай, что у тебя. Духи схватили Соло. Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Нам надо отбить Соло. Не знаю почему, но... Я решила обратиться к тебе. Чомбы! Эх ты моя сорокастая чомба, а? Ну же чомбы. Мне казалось, ты знаешь. Осторожнее, а то я в это поверю. Потом от меня не отвяжешься. Уж как-нибудь переживу. Ну, дружба дружбой, но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье. Да я хер знает, никогда ими не пользовался. Ты уже видела ее в деле? Плюс получишь уважение от Геральда. Звучит неплохо. У меня уже было 2 когда или 3 града. Руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Которые достаточно пошли, редкие, но, дороге, блядь, в игре попадаются на каждом шагу. Ладно, давай оседлаем бурю. И а заодно посмотрим, на что способен персонаж после прокачки. Она вернулась? Блядь, а можно после побыстрее? Того, что случилось со Скорпионом? Ну, значит, Соло крышка. Не обращай внимания. Ты правда хочешь это сделать? Мужики, да чего вы ноете? Кто-то же должен. Ты ведешь себя как сумасшедшая, ты в курсе? Кто-то же должен. Не пизди. Ага, у него прямо над головой доллары висят. Вряд ли мне что-то из этого... Хотя, слушай, ради интереса, давай посмотрим, что тут покажи, у него что есть. Что ты продаешь? Так, тут есть у нас обычная штурмовая винтовка. Блин, обычная, конечно, она, но... Типа, это самое... Эпическая. Опять же, стандартный эпический пистолет. Так. А вот компонента я прикуплю. Подожди. В принципе, компоненты, знаете ли, всякие можно прикупить, наверное. Ну, по крайней мере, эпические. То есть это даже легендарные. Я не знаю, что я с ними буду делать, потому что пока я не могу это самое. Хотя не буду пока покупать. У меня нет крафта легендарок. Так, увеличивает урон. Блин, ну это можно взять, да. Это у нас увеличивает критический урон. Хуй знает. И они очень скрытые, так что остальное мне бесполезно. Отскоки. Блин, да у меня отскоков, по-моему, жопой жуй. Так, а чё у меня по снаряжению? Блин, а у меня даже лучше, чем от... Чем мне отскоков. 120 штук-то собиралось уже. Мне они не нравятся, они плохо генерят ХП. В сравнении с Максдоком. А, у меня есть еще и редкие. Так, а по гранатам чё? Ебать, у меня всего насобиралось уже. Но опять же, эти как-то мне больше всего нравятся. Кровяной насос. Я не знаю, нахера я его себе сделал. Он особо... Я его и не использую. Чё-то как-то. 21. Так, а сколько их у меня? 20... А, блядь, 21. Блин, ну давай. Давай так. Да, к слову, у меня уже это эпическое, блядь, эпическое, легендарное, это легендарное.
Вот еще хочу собрать на легендарный дробовик умный, это у меня все умное, и хочу собрать на электромагнитное чего-то легендарное. А там бабла надо немерено. Хотя, впрочем, сейчас у меня бабло капает уже вполне неплохо. Ладно, все это, конечно, круто, классно, но давайте уже дополнительное задание делать. Да и одежки у меня Димич, легендарной. Он должен был меня тут ждать. Будет с минуты на минуту. Ха, ты не говорила, что с нами будут чужие. Сейчас любая помощь пригодится. Да похер. Чё ждем? Я уже готов разъебывать. Подожди. Киболоскоп. Хуй знает, зачем я эти чипы собираю, но ладно. От них вроде как толку никакого нет. Ну ладно. Блять, он не хочет прийти, а? Ебаная мудила. Опа-па-па-па. Так, это хорошо. Подожди. А, еще один чип. Ладно, это уже не так хорошо, но ладно. Подожди, дружище. Я видел, что-то у тебя тут светилось зеленым. О! Мне нужен имплант. Да не нужен мне имплант! Мне это нравится. Да я не хотел! Иди в жопу. Спасибо. Подруга, ну чё? Алло? Вообще не слышу. О, слышу. Ну что там? А я уже волноваться начал. Чего, кто, где? На западном? Вот тебя занесло. Конечно, если что, звони. Бля. Вам не жарко в кожанке? Блять, ну ладно. А, сука, господи, опереться на машину надо, ёб твою мать. Подожди, сказано опереться, а не прислониться. Ну ладно. Ну что, как будем действовать? По-тихому, открытая атака — это самоубийство. Мич уже занялся разведкой. Ты проберешься в лагерь духов, а я тебя прикрою. Так мы все вместе пойдем или вдвоем? Минутку, ты предлагаешь нам идти вдвоем? Ты две минуты назад была не согласна. Да ты оглянись. После атак пол лагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рино. Насчет техники лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, детка. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда. Они... И вы просто понадеетесь, что с ним все будет хорошо? Страшно подумать, что бы вы делали, если бы речь шла о ком-то менее важном. Ты переходишь черту. Так, спокойно, ей не обязательно понимать. Похую вообще. А вот и Мич. Я запустил дрон над лагерем духов. Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Ладно, ну, давай поглядим, погнали. Что у нас там. Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. А, хорошо. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Духи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз... Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом. Если он еще у них, мы должны его вытащить. Ага, хорошо. Так, ну этого мы посмотрели, а что еще посмотреть-то надо? Соединяется с лагерем. Так, посмотреть ворота.
Да, блядь, охранницу. Пройдем через нее. Взрывоопасно. Можно ёбнуть. Так. Хорошо, тут много чего можно ёбнуть. Решетка. Как вариант, еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. А-а-а. Блять, мне надо было вот это осмотреть. Господи, ёб твою мать. Да почему бы просто в лицо не зайти, да и все. Вон со скал можно попрыгать. Чё не это самое? А-а-а. Ни хера не понимаю, куда смотреть надо. А, блин, эта херня летит. Видишь там следы? А, вот эти? Да, вижу. Смотри на следы колес. Машины были нагружены. Ага, хорошо. Так куда смотреть-то? Может, они везли технику, а может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Да, сейчас. Подожди. Похоже, Сола держали здесь. Угу. Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Ёб твою мать, сколько их. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Так, пункт управления. Ящик. Автомат для удовлетворения спонтанных желаний. А, подожди, мы же летим к этой хуйне. А, нет, стоп, не летим. Да где этот ёбаный пункт управления? Ну, дверь. Ворота, окей. Двойные двери, блять, и чё? Сука, я тут чё, буду кругами сейчас летать? Ой, ёбаный в рот. Он соединяет гараж с главным зданием. Ладно, окей. Пух. С этим уже можно работать. Да? Неожиданно. Да, мы едем за Солом. Отлично. Мич, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами. Ну, давай. Интересно, я не отсосу? Блять, тут бутылка бухла была. Мощная работа. Скорее, мощная импровизация. Но это все, что у нас есть. Подожди, мне... Мне бы, наверное, патронов каких залутать, а? Тут не разбросаны патроны случаем, мужики? Блять, пепельница, охуенно. Не, ну мне нужна была пепельница, мячик антистресс.
сука. У меня сейчас стресс будет. Еще один мячик антистресс. Ай, ладно, похуй. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Да? Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный суперджет, лошадиная доза. Быстро что, его... Что, где, чё? Блять, ну надеюсь, давай. Вряд ли я смогу его на себе вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, ну, конечно, поехали. Давай. Жмыхнули. Тогда ты садись за руль. А чего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. Так, на всякий случай, а то я знаю, как тут сохранения любят пропадать. На своей шкуре почувствовал. Минус 8 уровней, блядь, дрочись, сука, обратно. Ну, поехали. Так, я надеюсь, ты не будешь против, если я поеду. Вот так вот. Ёб твою мать, как ведет машину. О, смотри, у нас тут даже радио есть. Так, давай вот без радио. Господи, хвала небесам, хотя бы кактусы не бронированные. Блин! Пойдем. Тихо, блин, сука. У нас тут особо важная миссия. Пожалуйста. Не встречайтесь на дороге. Не могу поверить, что его вот так изловили. Ладно бы кого-то... Вообще лошара. Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрохема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовали. Ой, блядь, я засмотрелся. У всех свои кумиры. Тихо, тихо. Ну да, только... Только что? Да ёб твою мать, только начинаешь смотреть куда-то в сторону, дорога поворачивает. Блять, не пиздеть начали. Это будет буря, так буря. Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. Не, мужики, простите, мне сейчас с вами жмыхаться не хочется. Ты проходишь в лагерь духов как можно тише. А я... Надо спрятать тачку. Оставь ее около скалы. Аля, она сейчас незаметная. Я буду наблюдать за тобой с расстояния. А ты там внизу, береги себя. В смысле, это я буду проникать? Я... не... Стоп. Да, и я незаметно. Я понял. Так, блять, а у меня... А у меня вопрос патронов, дерьмо. Я понял. Как слово, давай измахнемся. Сук, так меня увидят. Блять, а куда незаметно-то пройти? Может, ну его нахер, это незаметно. Как думаете, затащу, не затащу? Блять, этот уходит. Что-то мне подсказывает, что махач с ними всеми будет вообще дерьмовой идеей. Все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Блядь, только не говори, что он меня не видит. Блядь. Блядь. Незаметное проникновение. Тихо. Ебать
быть я незаметен. Блять, мне не нравится быть незаметным. Тихо. Блять. Так, мужики, спокуха. О, я вижу тут бабло. Слушайте, а чем мне мешает переебашить всех? Блять, наконец-то золото. Да, рядом с главным комплексом. Где-то там они должны держать Соло. Ладно. Пошел нахуй. Сука, с него ничего толком не выпало. Тихо. Ты чего, не высовывайся? В смысле? Ты же мне сама сказала сюда пиздовать. Женщина, что с тобой не так? Блять. Сука. Ты нахуй меня не видишь. Я за кустиком. Блять, он идет в мою сторону. Хуёво, я так полагаю. Пошла жара! А! Можно было аккуратнее. Найди Соло. Ладно, погнали! Тихо! Блять, да сколько ж вас будет-то? Да, блядь! Больно по жопе! Нахуй! Пошел в сраку! Так, а откуда этот светится? Я что-то не могу понять. А, он где-то оттуда. Да заебали! Прячешься, как мелкая сучка! Нахуй! Подожди, я сейчас пере... Блядь! Как мы так проебались? Наконец-то грешняк! Хуй знает, как вы так проебались. Так. Где их тут поменьше? Блять, ну на заводе их там хоть жопой жуй. Бля, они все на заводе. Само собой, сейчас сохраниться нельзя. Ладно. Блять. Не, подожди. Больно не будет. Обещаю. Стоп, а мужик? Блять, по нам. Ты охуенно помогаешь. Ёб твою. Блять, нахуй. Ой, я, блять, пизде баян. Что
Да. Ой. Да чего вы так быстро дохнете? С патронами дерьмо. Блять, у меня 29 штук осталось. Так, мужики, вы где там? О! Продолжим нашу джагу-джагу. Блять, да где вы, блять, сука? Я вас не вижу. Блять, может, ты сам выйдешь, а? О! Привет! Подожди. Блять, а где еще? Нихуя, я-то злой был. Блядь. А, вот ты где, господи. Спряталась, сука. Пошел нахуй. Супер. Так, дружище. Нахуй. Блять, да где они меня видят? Я тоже хочу увидеть. Блять, они вот где-то есть? А где, непонятно. Сука. Я запутался. Блять, ну тут будет... Ёб твою мать, сколько всего лутать. Это не против, блять, допиздить их. Я не могу понять, где они. У меня проблема! Я тупой. Выше подняться-то. Куда надо идти? Стоп, или это там снаружи где-то есть? Есть что-то. Подожди. Нахуй. Пусти уже! Это чё? О! Я нашел чувака! Нахуй! Да... Ты был не особо злой. Блять, где они засели? А, наверное, на крыше. О. Опа. Кажется, я раскусил их. А, блядь, тут можно было нормально подняться. Ну ладно. Сука, да заберись ты, ёб твою мать. Она не хочет тут запрыгивать. Да чё, блядь, не так?
Обнаружено тело враги. Да где блядские враги? А, вон вроде есть. Блять, я их найти не могу, я хочу их въебать. О, привет. А, короче, как-то так. Блять, где эта хуйня бродит? Вроде где-то тут, но вроде и не тут. Алло, блять, вы где вообще? Суки. Поныкались. Такие, я тебя разъебу, я тебя разъебу. Блять, ну приди, разъеби уже меня наконец-то. Я что, так сказать, и не против. Ладно, и не хотят, значит, не хотят. Эх, хуй с вами. Да выходи, не стесняйся! Так, что я тут должен найти? Итоги разведки. Территория подходит для регулярных набегов. Заебись. Насчет взломщиков. Как вы знаете, нам пришлось работать вместе с другими группами стилетов. Стилетов из-за плохих сборов на юге. Но больше этого не будет за границами. Найдсити, мы сильнее всех. А кто считает, что у нас тут богадельня, с ними знаете, что делать? Это наша песочница. Парноверт. Оу. Нужно. Любые конечности, гнезда для чипов, бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, окей. Система наблюдения выключить. Захватить удаленно. Так, я нашел Соло, блять, а где это я его нашел? Я надеюсь, игра потом скажет, где это. Сука, противников не видно. Бля. Ага, это еще одна камера. Почему они все вверх смотрели? А, потому что я их повырубал. Я понял. Не, блядь, мне не прожектор. Порвать цепь. Блядь, ну давай ради интереса порвем. Что я сделал? Хуй знает. Короче, какой-то хуйней страдаю. Так, ну, блять, вот, ну, нашли. Так, полагаю, можно с этим заканчивать. Давай не будем все усложнять. Выходи. Да, подожди. О, патроны. Для пистолета. Супер. Так, ну, евробаксы сейчас мне, конечно, не особо нужны были, но ладно, пусть будут. Так, эту хуйню потом взломаем. Чё тут у нас... А, еще евробакса, ладно, это все потом. А, вон, все, отмечают, куда идти. Круто. О! Для дробаша. Слушай, мне дробаш больше нравится, по душе. Я только не понимаю, где остатки этих мудаков. Такими, блять, бля, я куда-то не туда ушел. Привет, здрасте. Бля, прикинь его, а?
смысле, вас тут только двое было? Мужики, а вы не слишком в себя поверили-то? По нам. Тут девушка. Мертвая. Ее выпотрошили. Бля, я заскриню. Ой, боже, заскриню. Выродок на выродке. Заблюрю. Для них нет. Ебать, сколько тут всего. Господи, пиздец, я же это потом еще буду полчаса лутать. Панам. Кажется, я его вижу. Он что? Живой? Вроде да. Хорошо, хватай его и сваливайте оттуда. Сол. Бля, подожди, Сол. Принесла мне чертову сигару. Бля, сколько тут всего. Так, документация. О, на легендарное оружие крутяк. Блин, только я создавать легендарное оружие еще не умею. Да, блять, возьми! Слушай, не зря мы сюда дошли. Сол, ты же будешь не против, если я тут сейчас буду все лутать. Тихо, три дня. Мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Как мы ушла, так и пришла. Ты... Я тебя помню. Ты та наемница. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдешься. Да, его хуячат, что ебашит. О, да. Ну чего? Как он? Теперь можем и потанцевать. Жить будет. Пора уже дельтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Выбирайтесь я оттуда. Об этом пожалею. Поеду за вами. Вау! Вау! Иди сюда! В смысле, блядь? Да вытаскивай ебаное оружие! Да, блядь! Беги, пока можешь. Чё это было вообще? Бля! Господи. Вау! Как вот так поебать? Эх. Нахуй. Откуда они берутся? Ты ведь это будешь? Братишка. Эй, репутация повышена. Йоху! А чё он ждет? Выйти из здания, ну ладно. Фух ты, ёбарь. Блять. Да возьми нахуй. Я не могу взять бакс. Блять, я вижу, но не могу взять. Это обидно. Ну хотя бы эти смог. Уже в целом неплохо. О, он все-таки идет. Опа-па-па-па! Блять, да что ты делаешь? Так, пистолет от дробовика. Хорошо. Блять, жалко, что я это не могу. Ну ладно. Интересно, если я сейчас закончу задание, я потом смогу это все залутать прийти или нет? Похоже, это тут просто ебанись, сколько всего. Это будет очень долго. Блять, я это взять не могу, да чё за пиздец? Кстати, а где там мы по карте? Ага, в этих самых ебенях. Я понял. Надеюсь, можно будет зайти. Кавалерия спешит на помощь! Главные ворота! Туда!
О! Бля, я думал, где вы? Блять. Позиция опустела, займите! Тихо, тихо, тихо. Тихо, малыш, ты чё? Ты чё творишь? О, тут уже ночь. Чё с ним происходит? Ему, походу, вообще норм. Блять, почему это так хуёво? Ладно. Пошли. Забраться. Скрытно, скрытно. Я, блядь, всех перепиздил. Скрытно. Зато успешно. По нам ты что, опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел? Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой. Ты давно в окно смотрел? Буря заметет все следы. Блин, я надеюсь, буря хотя бы не заметет лод, который я хочу прийти собрать. Что? Они, видимо, вызвали подкрепление. Эти твари висят у нас на хвосте. Сука. Да я сейчас их въебу. Надо скинуть хвост. Ну так сбрасываем. Все, хана. Заткнись, Сол. Больше я из него не выжму. Сделай что-нибудь. Приготовься! Так, ну давай. Не, подожди. Альдекальто! Черт, опять они! Пора поиграть, Стив. Я съеду с дороги, будет трясти. Опа! Буря! Нас сейчас накроет! Ищем укрытие! А то я не знаю! Тут рядом заброшенная ферма! Я еду туда! А вы жди ты, блядь! Блядь, больно! Ты хочешь меня угробить? Да, блядь! Мне хуй попадешь! Блядь, тупо Борис Бритва! Есть! Ага. Беги, пока можешь. Есть! Мы их сделали! Мы? Молодец, хвалю. Ладно, пусть это будет мы. Спасибо. Удобная херня, умные патроны. То есть умное оружие. Патроны-то обычные. Но они становятся умными! Это самое, двери закрыть, нет? А можно там какую-нибудь там F нажать? Спрятаться. Я ее помню! Там безопасно! Надеюсь! Почему он так, блядь, похож на Джонни? У них Киану отыграл половину актеров, что ли? Персонажей, то есть. В дом, быстро! Ладно, ладно. Чё ты кипишуешь? Ей! Всё? Мне надо передохнуть. Ну, передыхай. Следовать за Солом. Сол, я за тобой следую. Как раз успели к ужину. Ага. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Придется тут ночевать. Да похуй. Электричество бы пригодилось. Пипа, ищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Выключатель.
Блять, с другой стороны. Сколько тут всего? Да ёб твою мать, чё я пройти-то не могу? Видать, хорошее предложение от биотехники. Я не хочу смотреть в зеркало! Продать землю или... Это твои догадки. Ляя, серьезная морда. Нихуя, красавица, блять, вышла. Хотя изначально, блять. Все сделки с корпами кончаются ничем. Так, опа. Да, да нет! Я не это хотел сделать. Можно отойти? Спасибо. Я, блядь... А, я заодно открыл. Ладно, я понял. Ага, то есть в целом я был прав. Мне надо... Блядь. Господи, ебаная планировка. Оу! Потомственный электрик, я понял. Так, хорошо. Так, панамка. Я тут. Когда говорить будем? Ёбаный я пыталась метик. Включить обогреватель, но не вышло. Мы тебя спасли. Может, вообще-то. Вдруг у тебя выйдет? Ну, я. Хотя знаешь что? Проверь лучше снаружи. Пробки выбило, наверное. Вруби. В смысле пробки? Понадобится, а я разожгу эту хрень. Что-нибудь еще, ваше высочество? Дай подумать. Если Сол задубеет до смерти, на этом наша дружба закончится. Да мне вообще насрать вообще-то. Вот суки. Эксплуатируют меня. Ладно. Ладно. Ой, с вами. Я пойду. Я только надеюсь, что лут не исчезнет. Нихуя я починчик, а. Сука. Это охуенно. Ты это видишь? Срок годности истек еще до прошлой войны, но надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Давай обойдемся. Проповеди не будет. Но спасибо, пастор. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. О, сейчас не время спорить. Вы оба вымотались. Может, ты и права. Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Если хотите начать мордобой, давайте без меня. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Заебись. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Угу. Что дальше? Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием стримнул. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабуб. Ласты. Почти Хабиб. Ну, правда же? Вау, что это было? Это, наверное, лекарство. Хорошо бы, конечно. А то он там явно успел нахватать по башке. Угу. Забавно. Что забавно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты.
Когда едешь день, потом ночь, снова день. Блин, так не говори, что мы сейчас будем это самое. Не забываешь, что такое. И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. Я их весь день не снимала. Бля! У тебя насморк. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Ой, ну погнали. Есть пара идей. Сама понимаешь, каких. Ви. Чего? Слушай, мне и так хорошо. Не будем портить вечер, окей? Бля, что у нее с глазами? Ладно. Значит, останемся друзьями? Так будет лучше. Ви, спасибо, что приехала. Это много для меня значит. Вот, сука, продинамила. Ты слышишь? Нет. Вот. Угу. Ветер перестал выть. Так быстро? Хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. Ну, ладно. Ёб твою мать! От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния» желаю вам, блядь, приятных сновидений. А нахуенен. Так, типа, задание чё, ещё не закончилось? Или закончилось, как-то непонятно. Протёрли воздух. Всё хорошо. Задание обновлено, поговорить с паном. Блин, я думал, это уже конец. Блин, ну, привет. Природа красивая, да. Молодец, Ви. Налет по всем правилам. Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Если следующий раз будет. А я спала, как ребенок. У тебя на плече очень уютно. То у меня не на плече спала. Мне уже сейчас надо валить. Я смотрю, сидеть и отдыхать — это не про тебя. Да, не в моем стиле. Я вернулась в клан, но дела от этого меньше не стало. Пойдем. Куда? Я понял, она меня не спрашивает. Сол часто несет чушь и любит перестраховываться. Но в одном он прав. Духи и этот набег — это только начало. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я... Ну а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Береги ее, она мне хорошо послужила. А, я думал, блядь, мотоцикл. Редкая культовая. Надзор. Блин, ну это опять стандартная. Ладно, пусть будет. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно. Спасибо тебе еще раз. Я рада, что смогла помочь. Честно. Давай, удачи. Пока-пока. И тебе, панам. И помни, я у тебя в долгу. Ну все, посмотрели на жопу мира. Пора и обратно к цивилизации. Угу. Ей, новый уровень, ура! Так, сейчас... так, где мы на карте находимся... Блять, а какого хуя мы так далеко отсюда уехали-то?
Ну ладно, в любом случае, сейчас я буду возвращаться на завод. Или что-то за хуйня было, короче, в это здание. Там, по идее, должно остаться много чего, что можно залутать. Это я и буду залутывать. Но это будет уже, само собой, без записи. Лутать не так весело. И на этом сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Джонни уже свалил. Пока.